Не придется ждать. С 2018 года пенсионерам будут платить полную пенсию сразу после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию с 1 июля федерального закона о внесении изменений в статью о страховых пенсиях. Сегодня работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. При этом пенсионер трудовую деятельность прекращает. Он начинает получать пенсию в полном размере лишь спустя 3 месяца с даты увольнения. С января 2018-го ситуация изменится, и пенсионеры получат полный размер пенсии с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Выплата в полном объеме, в полном размере пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, если пенсионер уволился в марте, то в апреле работодатель подает сведения в пенсионный фонд, что пенсионер числится работающим. В мае работодатель подает сведения в пенсионный фонд, что пенсионер не числится. В июне пенсионный фонд принимает решение о возобновлении индексации. И в июле пенсионер получит полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним размером и новым размером пенсии за предыдущие 3 месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя все те же 3 месяца с даты увольнения, но эти 3 месяца будут ему компенсированы.